ощущение, что у тебя будет время подумать, как выйти, и что с ним еще, и куда его еще принять. Ну все, Свет, вынимай. Все, вынимай, Свет. Защита, давай, шестую зону. Готов? Поехали. Пошло движение прямой руки. Не было вот этого движения. Если не попал, опоздал. Попробуй чуть, я, может, сейчас низко кинул. Чуть-чуть раньше. Пошли. Задавил, не дави. По времени хорошо очень. Не дави рукой. Не сверху. Попадал. Паузу сделать небольшой, как лечит. Также вот когда прыгаешь, да, ты должен чувствовать состояние других, да. Перешел, не дошел, правый мяч, левый мяч, отклонился, навалился, кисти не попал, согнутой рукой ударил. То есть сколько, да, моментов? Очень много тонких моментов. И чуть-чуть не так, и сразу все обратно. Поехали. Чуть-чуть выше ты. Пойдет, ты не отваливайся. Ты когда бьешь, ты не должен после удара как будто назад падать, понимаешь, да? Соответственно, что это говорит о том, что ты отваливаешься, а ты наваливаешься. Попал. Говори. Рано начал, да, открывать. Ну, почему? Потому что у тебя предплечье.